Семинар, тренинг для социальных работников, доступная среда, этика взаимодействия с людьми с инвалидностью прошел в Биробиджане. Организатором выступил комплексный центр социального обслуживания ЯО. Социальные работники – это сегодня те работники, которые оказывают, да, социальные услуги гражданам пожилого возраста, инвалидам. Время идет. Все меняется. Обучение социальных работников у нас предусмотрено раз в 5 лет. Мы же понимаем, что в течение 5 лет многое меняется, меняются законы, появляются какие-то новые меры социальной защиты для оказания гражданам. И поэтому для нас важно, чтобы социальный работник владел актуальной информацией. Особенностью мероприятия стала выставка, на которой каждый смог познакомиться со специализированным оборудованием. Ведь реабилитация играет немалую роль в восстановлении социальных и физиологических аспектов жизни инвалида. Для достижения поставленных задач используются технические средства реабилитации. А для человека, возможности которого ограничены недугом, такие средства становятся настоящим спасением. Мы сегодня на выставку ходили. Я впервые увидела столько много вот этих реабилитационных приспособлений, которые вот ванну. Мы купаем бабушек. Вот именно вот этот стульчик, вот эта лесенка, вот это лежачий, подняться не могу, под голову положить ванночка. Это все-таки интересно, это и полезно. Семинары и тренинги для социальных работников проводятся на постоянной основе. Кроме прослушивания материала, участники выполняют различные практические задания, проходят тесты. И только потом приобретенные умения уходят в практику повседневной работы. Софья Гинатуллина, Денис Листюхин, Новости 21.